Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в Тесте. Мы продолжаем карьеру за Александра Хомутова. Сегодня у нас матч с Миннесотой. И что я хотел вообще посмотреть и сделать? Я бы хотел посмотреть наш календарь. Календарь игр, которые у нас остались, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, апрель, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16. 16 игр, из них мы сыграем где-то, ну, порядка 3-4, поэтому на многое рассчитывать не надо. А нам надо сыграть еще как минимум. Эх. 7 матчей. Но мы уже не сыграем. В сухую мы сыграли только один матч. Вот это да. 13 побед в этом году, добились только 5. Кажется, мы ничего не добьемся в этом сезоне. Ни одного для себя титула не завоюем. Ну а сейчас у нас матч с Миннесотой. Атака и защита просто огонь. Будем пытаться что-то предпринять. Может быть, что-нибудь и получится. Фух, молимся, надеемся и веруем. Понеслась! Понеслась битва, понеслась. Хорошо, Воинов. Игра пока в зоне соперника, хорошо. Передача на пятак промахивается по шайбе у нас. Топфоли на синюю, Воинов. Бросок, попадаем защитника, здесь будет контратака. Коэль. Вовремя поставляем. Клюшку там. Или подставляем конек. Не видел я, честно. Хороший бросок. Голкипера этого еще ни разу не видел. В воротах. У этой команды. Отбиваемся. Аккумулятор разряжается. Нужно на паузу срочняк. И подключить проводочек, ребятки. Подключаем проводочек. И мы с вами уже не переживаем за то, что сядет батарейка. Ну да, тут просто огонь. Огонь был у наших ворот. Все, что могли, все тащили, но здесь уже было сложно затащить. Только встали. Вроде бы реагировали на эту шайбу, но она все-таки залетает в ворота. Давайте с другого ракурса посмотрим. Вот с этого будет лучше. Видно, да, что совсем чуть-чуть не хватило до отбития. Хочу посмотреть, сколько мы сейвов сделали. Один, значит, там промахивались. Два раза промахнулись по нашим воротам Миннесота. Винтрос на синюю. Дальше Воинов, щелчок в одно касание. Щелчок снова. Будет ли бросок? Да. Будет ли отбор? Нет. Сам задаю вопрос, сам отвечаю. Хорошо играет оборона, но вот сейчас ошибается. Здесь нужно... Винтрос, хорошо, можно уйти в атаку, но ошибка. Мы только перевелись, называется, на другую камеру и бросок по нашим воротам. Офсайд. 10:54 остается до конца первого периода. Это много. Можно попытаться забить и в первом периоде. А можно попытаться и пропустить в первом периоде. Ну что же будет делать у нас? Атака. Габорик, отлично! Есть пространство для атаки забивать! 1-1. Через минуту, как я попросил, чтобы наши ребятки сравняли счет. Они сравнивают его. Анзе Копитан. С передачи Габорика. Ну, можно сказать, не с передачи. Габорик бросал в этот момент. И к нему просто отскочила шайба. Выигрываем вбрасывание. Это меня радует, что наши ребятки выигрывают вбрасывание и пытаются сразу же уйти в атаку. Передача, бросок кистевой.
Шайба за воротами Миннесоты. И уже выкатываются на наши ворота соперник. Просто не поймали. Это обидно, что мы не ловим шайбу в ловушку. А просто отбиваем. Сейчас она могла просто приземлиться у ворот и там добить. Мы еле-еле смогли встать и приблизиться к штанге. Вновь атака на наши ворота. Мы на чеку. Фонтейн. Закер. Копитар. Копитар. Отлично. Тоффоли. Копитар. В девятку. 2-1. Красиво разыграли. Красиво. Голкипер даже не понял ничего. Просто взял и пропустил. Анзе Копитар дубль. Красиво вошел, отдал передачу назад. Ему обратно и шайба в воротах. Ну что, меня уже атака радует в этом матче. Забили две шайбы благодаря одному игроку. Прыганное вбрасывание, это уже плохо. Контролировали вроде бы. Ну и все. Хорошо, Тоффоли. Сам опять же. Анзе, давай. Брос за ворота, а там никого. Тут уже подбор от Койля. Койль. Мусин, бросок. Койль. Койль, или как его там? Правильно. Ванек. Ваник. Ваник. Тоффоли снова. Можно бросить. Габорик. Щелчок. Ближний угол. Добивать Тоффоли. И гудок на перерыв. Ну что, мы с вами 4 сейва сделали в первом периоде. Это нормально, я думаю. Еще бы десяточку. И не пропустите. Будет замечательно просто. Воинов на лучшего игрока этого матча пока. Копитар. На Тоффоли. Тоффоли можно отдать. Бросок. Гол. Габорик. Красота. Тоффоли забирает уже третье очко в свою копилочку. Молодец, парень. Мариан Габорик с передачи Тоффоли и Копитара. Отличная передача от Тоффоли. Ну что, 3-1. 3-1, хоть мы и пропустили первыми, но наша атака сегодня просто блистает. Думба. Думба-юмба. Воу-воу-воу-воу. Койву. 3-2. Мика Койву. Очень мощный бросок. Мы даже не успели среагировать. Да, реакции не было. Просто прошили. Смотрим повтор. Был ли шанс вообще? Закрывал вид Копитар. Сани Хамутову. Было очень сложно сейчас увидеть. Да, полностью перекрывает вид Копитар. Ну и тут, да, тут просто без шансов. Тут без шансов, дальний угол. Не закрытый угол. 2-3. Или 3-2. Все-таки мы дома играем. 3-2 счет. Опять же, в начале периода мы пропускаем. Это обидно очень. Проброс будет. Пробросик обидненький. Выиграно вбрасывание 4 на 4. Ну что? Сейчас узнаем, кто лучше в вбрасывании. Все-таки... Саня Хамутов! Шайба засчитана? Что? Что? Я что-то сейчас не понимаю.
Все, свисток судьи должен был здесь быть. Шайбу засчитали после того, как Саня Хомутов вставал? Что? Это идиотизм. Esports. Мы такой сейв сделали. И гол. Ёкарный бабай. Очень обидная шайба, которая вообще не должна была быть. Там должен быть свисток сразу после того, как Саня Хомутов ловит эту шайбу. Потому что он ее вверху поймал. Что? Что творит судья? Что творит Esports? Когда шайба, когда ты играешь, она заходит в ворота, когда защитники ею там управляют. Ее не засчитывают, когда вратарь уже поймал шайбу и просто встает, эту шайбу засчитывают. Это идиотизм. Это бомбежка уже, ребят. Это бомбежка. Меня бомбит. Это не должно быть вот так. Не должна была эта шайба быть засчитана. Буду делать скриншот. В группе. Я думаю, ребятки, вы тоже подтвердите, что этой шайбы не было. Пишите в группе и сделайте скриншот именно того момента, когда шайба была в воротах. Сначала скриншот того, как Саня Хомутов поймал, и потом скриншот того, как Саня Хомутов вставал. Должно быть засчитана эта шайба или нет? Или все-таки должен был быть свисток после того, как Саня Хомутов поймал эту шайбу? Саня Хомутов очень расстроен, в этом я уверен точно. Расстроен прям как я, вроде мы тащим, вроде все мы делаем для того, чтобы не проиграть, но бабах и судья делает такую ошибку. Ну что, судья, почему сейчас не засчитал шайбу? Красивая атака. Да я опять так... Да что-то такое-то, а? Отбили шайбу, и она заскакивает в ворота, а? Да... Поднасрала нам эта шайба, ребята, поднасрала. Коеву. Выбили шайбу. Ой, выбили клюшку из рук соперника. Это просто потеря потерь. Нолан, давай, 1-0, выходим. Ну, надо было смещаться. Надо было смещаться в центр. Нолан, ну зачем было идти слева-то, а? Да, обидно. Будет бросок, я в этом уверен. Все. Да. Обидно. Очень даже обидно. Четвертая шайба мы отбили. Засчитали шайбу, потому что она заскочила в ворота. Третью шайбу мы отбили. Шайба почему-то... Точнее, мы поймали, шайба засчиталась. Это матч... Не знаю, как этот матч назвать. Просто... Бомбилова. Бомбилова, по-другому не назвать. Бродин.
Пас сразу в атаку, Перес. Воинов, хорошо. Нет, ошибка. Саня Хомутов. Отлично, 11-й сейв. Ну, 11-й, точнее, 11-й бросок в створ ворот. А сейв, так это получается у нас 5-й. Нет, 7-й сейв. Копитер. Сами в зоне, сами. Хорошо, под... Есть. 4-4. Есть, есть, есть. И снова топ-фоли. Снова топ-фоли, ребят. Это хэт-трик. Это хэт-трик от топ-фоли. А нет, это... Какой хэт-трик от топ-фоли? У нас же Копитер забил две шайбы. Топ-фоли первую шайбу забивает, но он уже там нам... Делал ассисты. Смотрим, было ли... Да, Копитер уже четвертое очко забивает, забирает в этом матче. Две шайбы, две передачи. Ну, сейчас вели 4-2. Если бы мы затащили там, что там творится? Габдори. Хорошо играет в защите, ребятки, сегодня. Хорошо. Судья очень плохо играет. Гринкросс. Передача хорошая. Дает защитника. И опасная атака 2 в 2. 3 в 3 уже. Картер молодец. Успел вовремя подобрать шайбу, которую отбил кто-то из защитников. Вильямс. Ну, не нужно было так ходить. Ваник. Ванек. Отлично. Вильямс. Передача хорошая. Гринкросс. Сам будет или что? Думба-юмба. Кайл. Койл. Койл. Наверное, все-таки Койл будет. Прайс. Копитер. Копитер сам. Хорошо. Можно было сейчас пытаться пропихнуть эту шайбу. Перес. Думба. Габорик. 4 минуты до конца. Отлично, бросок на добивание. Есть кто-нибудь? Нет, Кемпер. Кемпер закемперил и забрал шайбу. Четырнадцать сейвов. Можно бросить. Бросить, ребята. Ну же, была же возможность бросить Ричардс. Ричардс будет пас на пятак. Нет, на синюю. Упустили, упустили шайбу за синюю линию. Из зоны шайба вышла. По броскам 12-18. Пока голкипер, который стоит прямо напротив нас, сделал на 6 сейвов больше, чем мы. Хорошо. Нолан! Ну, здесь защита, защита. Кинг Нолан. Нолан, будет ли... Что он делать? На синюю? Нет, пятак отдает. Тащит из ближнего угла. Последняя минута третьего периода. Подбор будет за воротами. Борьба только. Ваник. Перес. Перес ждет смены. Сам входит в зону. Ждет подмоги. Здесь Клиффорд хорошо играет. Нолан. Четвертое звено у нас играет. И довольно-таки так уверенно входит в зону. Осталось только подобрать шайбу. Нет. Как же сейчас было опасно. Он разводил нас на то, чтобы мы сели на колени. Мы сели, и он начал бросать. Но защита помогла.
О, Палмолив, мой нежный гель. Будет овертайм. Овертайм, друзья. Овертайм. Дополнительное время. Вывезла наша команда доп. Время после ошибок судейства, после нашей ошибки, когда мы шайбу не поймали. 4-4 и 5 дополнительных минут. Перес. Не дай бог, конечно, что дополнительное время закончится именно на первых же секундах. Этого не хочется. Нас закрывали вроде угол. Топ-фоли. Пошли, пошли, пошли. 2,5 минуты. Последние 2 минуты, как вы знаете, очень долго идут, но не попадает в створ. Все. Пошли эти 2 злосчастные минуты. Перес. Передача на Коэля. Коэль. Будет передача на синюю. Выпускает шайбу. И удаление за блокировку. Давайте посмотрим, за что его удаляют. Покажет ли судья. За удар соперника клюшкой. Очень обидно. Минута 45, и мы в меньшинстве. 4 на 3. Просто вынести. Просто вынести. Слава воинов. Что же ты творишь, брат? Просто выносить. Просто вынести. Хорошо. Минута 30. Минута 30 до конца. Здесь уже остается нам только ждать. Стоп! Неужто это мы клюшкой затащили? Потому что мы уже перемещались почему-то на дальнюю штангу. Да! Мы рукояткой клюшки затащили сейчас. Это жесть просто. Выноси! Молодец. Минута до конца. Минута 15. Перес. Койву. Ну, одно очко мы точно уже завоевали. Это, конечно, не то, что мы хотели, но все. Все. Не вовремя удаление, конечно же. Обидно, обидно. Перес забивает свою вторую шайбу. И все 3 игрока это наши. Да, заслуживали мы победу. Но простите, ребятки, меня. Простите за судейство. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте красивые и добродушные комментарии. Всем спасибо, всем пока.